Так, 20 марта 2021 год, Харьков. Очень мне хотелось в весеннее равноденствие снять луну. Дежурю я уже по полям. О, даже что-то видно. Тучки над нами смилостивились. Надо же, открылось. Ну, хоть чуть-чуточку. Так, 22:40 по Киеву сейчас в Харькове. И вот эта луна. В день весеннего равноденствия. Скромничает, прячась за облаками, конечно. Но показалось наше солнышко, которое, конечно, не солнышко, а луна. Ох, моя красавица. Как же я по тебе скучал. Все эти дико пасмурные дни. Моя ты красотулька. Вот тебе линия терминатора. Идет снег. Натурально сейчас мне на голову падает снег. Плюс один снег. Но вот прореха в облаках дала нам вас божесть. Ты ж моя лапочка. Посмотреть на луну. Какая прелесть. Так, ИСУ я сейчас поставил 800. Сейчас, наверное, даже настолько хорошо. Облака разошлись, может, и меньше поставлю. Это как-то шумновато. Да, хорошо, сейчас будем делать следующие дубли. 20 марта 2021 год, Харьков, 22:40 уже с мелочью. По Киеву, Харькову. Дубль первый.